дан старт призу открытия скакового сезона. Дорогие друзья, не подпускайте ваших детей близко к канатам, это может быть небезопасно. Скачка, значит, у нас на старте приз открытия скакового сезона. Лошади въезжают на противоположную прямую и лидирует Абсный Голд. Абсный Голд впереди, на втором месте Гафт, тут же Кучум и Профессор. По противоположной прямой впереди Абсный Голд. Профессор перекладывается на второе место. 300 метров пройдены за 22,1 секунды. Абсный Голд впереди. На втором месте Гафт и тут же Профессор. Замыкает тут же Кучум. По-прежнему лидирует Абсный Голд. Гафт вторым. Профессор третьим. Кучум четвертым. Лошади входят в левый поворот. 500 метров пройдено за 36,8 секунды. Впереди Абсный Голд. Вторым держится Гафт. На третье место перекладывается Кучум. Профессор отпадает. Абсный Голд лидирует очень уверенно. Гафт вторым. Третьим Кучум и замыкает Профессор. Участники скачки растянулись. 500 метров до финиша. Абсный Голд уверенно выводит компанию на финишную прямую. 500 метров пройдены за 36,5 секунды. Абсный Голд уверенно едет по финишной прямой и даже без посыла. Абсный Голд лидирует. На втором месте Гафт. Третьим Кучум. Замыкает Профессор. Итак, смотрим и наслаждаемся финишем жеребца по кличке Абсный Голд, который выигрывает приз за открытие скакового сезона для лошадей арабской породы. Гафт финиширует вторым, Кучум третьим и Профессор четвертым.